Всех приветствую и хотела бы сегодня рассказать о новой практике, которую буквально информативно получила на днях, что у нас планируется практика 22.06.2023 года после солнцестояния. Практика новая, практика, которая называется «Сонастройка с чакральными горами», и Хамели сказал, что это тот день, когда после солнцестояния необходимо сразу вывести фундаментальные программы, поэтому активная сонастройка гор, чакральных гор, даст возможность максимально синдексировать все программные формы нового поколения и новых форм энергии с полями системы человека. Поэтому эта практика будет выдана, будут выданы ключи, будет выдана активная энергия этого дня, которая позволит с каждой чакральной горой настроиться и активировать поля. Ну и, соответственно, в этом мощь и сила, потому как каждая гора отвечает за определенные программы, за определенные энергии. Ну и сейчас послушаем Хамелию, почему именно этой датой система выводит поля. Алихмиты Масантимины, Маша Жукурбу Шокорбот. Действительно уникальная дата 22.06.2023, Бехина Маша Жукурбу Шокорбот. Это фундаментальное время, когда неповторимо Бехина Масантима Шарбата. И время после солнцестояния по определенным показателям, потому как именно в дату солнцестояния с 21 числа Дихмиты Маша Шарбат аккумулируется максимально возможная суть энергии. Бехина Маша Хорбот Хорботы. И здесь очень важно понимать, что аккумулированная энергия, она максимальной частоты заполняет поле Гаи в работе. Лихмиты Маша Хорбата. Естественно, заполнение системы Гаи Бихмиты Журбота происходит через чакральные формы зон Бихмиша Хорбата. Сама по определению природное состояние Земли Бихина Маша Хорбата получает энергию Абсолюта, то есть божественную энергию через чакральные горы. Лихмиты Маша Хорбата. Их 7 на Земле Бихина Масанта Маша Хорбата. За счет этих энергосодержащих порталов Бихмиты Журбота каждый человек особь, естественно, работает в программном обеспечении согласно своих чакральных форм. Лихмиты Масантимина Машрбата. Именно в эту дату аккумулируется энергосодержание на подачу на Гаи, потому что энергия Гаи будет готова после солнцестояния, активно в сонастройке, активно качественная форма будет выведена на полях. Чакральные горы создают свою возможную форму. Бихина Машрбата. То есть мощь и сила в заполнении, в активации, в работе порталов каждого чакрального центра Земли. Лихмиты Машрбата является преобладающей функциональной возможностью Бихмита Машурбаш Хурбота. И с учетом того, что 2023 год в эволюционном времени имеет свое определение фундаментальной качественной работы на постоянную основу 4D-матрицы Бихина Машурбаш Хурбота, естественно, задача функционально заполнить энергосодержание Гаи на все программные обеспечения и энергии в эти программы. Лихмиты Масантимиша Карбата. И уникальность этой формы временной основы для человека Бихина Маса Машурбата говорит о том, чтобы все энергии, которые будут поступать в максимально качественной сонастройке Бихина Маша Хорбота на Землю через чакральные формы, через порталы, которые даны Бихина Масанта Маша Хорбота, естественно, тут же адаптировать свои ресурсные состояния, то есть привести к человеку. Лихмиты Маша Хорбота. Поэтому будет выдана система Бихина Масанта Маша Хорбота, энергокоды, энергоресурсы Бихина Маша Хорбота для того, чтобы сонастроить человеческой формы полей. И здесь возможность, если у кого-то есть побывать на чакральной горе Бихина Маша Хорбота именно в эту дату, это принесет более функциональной работы. Бихмиты Машрбата. Также за счет кодовых показателей, которые будут выделяться через форму энергии Бихина Машрбата в эту дату, естественным образом в каждую чакральную зону можно будет активировать через чакральные горы Гаи и, соответственно, сонастроить эти потоки. В этом задачность основная Бихмиты Машрбата. Зачем это надо? Естественно, для того, чтобы физически, энергетически максимально сонастроить ваши формы работы с новыми полями, с новыми программами. Бихмиты Машрбата с новыми ресурсными пространствами, которыми на сегодня организуют свою работу Бихмиты Машрбата Хада, чтобы силу Земли взять максимально, активировать на своих полях, и, соответственно, Бихмиты Жукурбота каждую чакральную гору в своей сонастройке, в своем программной обеспеченности естественным образом вывести на свои поля и сонастроить на максимальные возможности. Лихмиты Масантимина Маша Жукурбота Шукурбота. Задача этой практики сонастроить, активировать человеческую способность за счет тех форм энергии, которые будут именно создаваться в эту дату Бихмиты Машрбата Хорбота, чтобы не проходить опытом программы Бихмиты Жукурбота долговременной основы, а зафиксировать
использовать именно те энергии, аккумулированные энергии потока, которые будут даны именно в эту дату. Лихмиды Масантимина Машербата. Что даст настройка с каждой горой? Бихина Масанта Машербата. Естественно, каждая гора имеет свою программную обеспеченность. Мита Машербата. То есть каждая гора отвечает за спектр существования человеческой формы. Бихин Машербата, чтобы создать жизненную способность. Мита Машермада, чтобы создать на горе материализацию и, соответственно, активировать все энергосодержания, программы, которые доступны на программе быть. Мита Журбота. И сознание Гая естественным образом активирует эти формы программ за счет содержания энергии, которые поступают через чакральные горы. Рихмита Машербата. Эти программы, естественно, вводятся в настройку осознанности, восприятия человека, Бихмита Журбота. И вы видите этот мир за счет инструментов, которые даны вам в этом опыте. И каждая чакральная гора Бихина Машербата, естественно, несет свою суть системы программных обеспечений, чтобы их видеть, чтобы их чувствовать, чтобы их ощущать, метажурбосы настраивать энергии, которые работают в программной матрице для того, чтобы вам воспроизводить эту жизненную способность. И, соответственно, Бихима Шибата. Любая энергия, естественно, по содержанию имеет свои смысловые формы. Бихима Шимада. Каждая чакральная гора отвечает за определение составляющихся настроек с человеком Бихмита Курмошко для того, чтобы вы эту матрицу проживали в основе своей жизненной способности. Лихмита Машима Шивода. Когда эти формы энергии позволяют настроиться в определение с этими мощными энергиями в подаче Бихмита Жирбата, естественно, растут ваши показатели. Ваше сознание по-другому работает, ваша сила тела по-другому индексирует, ваши эмоции выходят на качественный показатель новых сонастроек, которые на сегодня в вашем пространстве 4D имеют свою способность и сила на это дана в эту дату активировать. Миты Масантимины Машеркурбоши Жукурботы. И, соответственно, эти сонастройки абсолютно равносильны того, чтобы если вы, например, побывали на чакральной горе, Бихмита Машербата, настроились с телом по функциональности, Бихмита Жукурбата, продышали, активировали через практику, активировали через энергосодержание, соответственно, создали поток. Лихмиты Машербата. Те коды, которые будут выдаваться, они абсолютно с монадой, с энергофизической структурной формой. Бихмита Машербата за счет силы аккумулированной энергии, они смогут вас настроить и, соответственно, привести вас к максимально качественным содержаниям. Лихмиты Масантимиджа Машаката. Естественно, благоприятно всем пройти эту практику, потому что такие формы энергии даются только раз в столетие. Бихин Машакурбоши Жукурбот именно на ваш век активности. 2023 год по содержанию очень важен, чтобы функционально все программы в содержании вести на максимально качественные формы. И с учетом того, что сейчас идут гармоничные энергии, они очень быстро усваиваются, они создаются достаточно в балансе в теле, в осознании, в эмоциях. Мехмита Жукурбоши Жукурбот. Естественно, максимально качественные настройки, они очень будут благоприятны. И следующий месяц сам по системе, если у вас будут такие мощи энергии Бихмита Машербата, соответственно, смогут перестроить в июле месяце все программы нового поколения, которые будут выдаваться на протяжении всего месяца и включаться в ваши сонастройки. Лихмиты Масантими Жербата. Итог по функциональности, по задачности Бихмита Жукода набрать силу и мощь программного обеспечения энергосодержания в этих программах нового поколения. Бихмита Машкар, потому что та энергия, которая подается более высокой частоты, соответственно, включает сознание, включает тело, включает эмоциональное содержание на новый уровень. Бихмита Машербата. У вас возможности на сегодня такие есть, потому что вы синдексировали монадические системы, у вас есть возможность системы адаптации новых программ, и, соответственно, на это нужна сила, на это нужна мощь, и ваше содержание сознания и тело должны справиться с этими задачами. Бихмита Машербата. Они справляются либо за счет опыта, то, что вы проходите во времени в эволюции, Бихмита Машербата нарабатывает эту потенциальную работу, либо за счет содержания тех энергий, которые включаются в моменте. Именно такими датами, именно празднование какими-то Бихин Машербот, когда энергии очень активно работают, и, соответственно, и такие энергии очень важны в содержании ваших полей. Лихмиты Масантимины Машакады. Здесь важность в том, чтобы все максимальные ресурсные показатели, а это действительно максимально ресурсные, потому что Гая приобретает стать системой автономии Бихина Машакурбушкоды за счет содержания после солнцестояния энергосодержания, то, что создает Бог в потоке, божественная энергия активирует каждую чакральную зону системы Гая и Бихина Машибата, а в этом ваша сила однозначно, и Бихина Машакурбота. Естественно, эту силу нужно принять в свои исходы для того, чтобы программное обеспечение новых возможных состояний Бихмита Журбота, новых программных обеспеченных форм, которые на сегодня вам даются в прохождении пути, обеспечить в своих сонастройках. Лихмиту Шкана, дабы не терять время, дабы активировать эту энергию, дабы в моменте максимально качественные программы вкушать, внедрять, настраивать Миты Машурбо-Шурбот и, соответственно, энергосодержание новых поколений энергии, которые в этих программах участники Бихмиты Журбот, собрать свои осознанности, соответственно, сотворить на жизненной способности. Лихмиту Машимашкада. Естественно, вы поменяете сразу картину
кардинально, бихин машин машин бат, и перестройка этих фундаментальных содержаний энергии, естественно, дает новый уровень сознанию, новые возможности, новые скорости, новые качественные настройки в телесной, и в эмоциональной правильности, в осознанном восприятии, в голосе бихмашхан, потому что каждая гора имеет свою силу по функциональности, имеет свою задачность по определению для того, чтобы человека в существовании жизненную способность вести. Лихмиты мастантимин машербата. Естественно, когда загрузка такая велика, бихин машин машербата, человеческая суть осознанного восприятия и эмоциональная составляющая, физическая форма включается на целостные созидательные формы, становится автономной, бихмиты жукрубот. Очень быстро загружаются программные формы нового поколения, очень быстро реализуются энергии новых форм. Бихмиты уже как не нужно год за годом изучать опытом, собирать это энергосодержание и, соответственно, сотворять. Лихмиты машимады. Поэтому, если есть в этом задача у души бихин машербота, а задача у души изучить эту новую форму жизненной способности, естественно, это та форма содержания энергии, которая будет создаваться за счет чакральных гор 22.06.2023 года. Лихмиты мастантимишкан. Поэтому обязательно внедряйте эти поля, сонастраивайте эти формы энергии, потому что это обеспеченное поле однозначно не будет продолжением и повторяться, либо вы включаете, создаете программу, либо вы проходите опытом, и, соответственно, это года, это десятилетия. Лихмиты мастантим ашербаты. Но мощь и сила однозначно индексируются сразу, активируются по состоянию, в скорости, в глубине, и, соответственно, открываются вам новые возможности жизненной способности. Соответственно, отсюда приходят новые инструменты, новые знания, новые программы, сознание чище работает, сознание телесной формы проявляется совсем иначе, эмоциональная составляющая повышает свои качественные формы. Человек становится любящим, бихин машербаты, сердечным, бихин машербаты, выходит на чувственные параметры, бихин масанта машербаты. Сексуальная энергия кундалини, естественно, включается очень быстро на этих функциональных содержаниях. Лихмиты машербаты. Поэтому задача усилить ваши процессоры, бихмиты работы, усилить вашу физическую энергетическую работу за счет таких потоков, которые единожды проводятся, бихин машербаты, и сонастроить ваши возможные состояния на сегодня. Поэтому обязательно реализуйте эту возможность, сонастраивайте, и это принесет вам только качество. Ну что, дорогие участники, добро пожаловать. У нас будет эта практика проходить 22 июня. Следите за расписанием, и это даст определенные платы всем репасам.